Пробудись, Кыргызстан, Дух Божий с тобою. Доброе утро всем, кто сейчас участвует в этой трансляции с нами. Да благословит вас Бог обильно всю вашу семью. Сегодня пятница, 3 марта, и мы начнем сегодняшний день хорошо с молитвы Богу. Мы сейчас обратимся к Нему и попросим силу, попросим защиту, направление. Мы верим в силу молитвы. Мы верим, что Бог нас благословит, что направит нас в этот день, и все у нас будет хорошо. Аминь. Давайте соединим нашу веру сейчас и помолимся Господу. Это момент молитвы. Давайте сейчас поговорим с нашим Богом. Мой Отец и мой Бог, во имя Иисуса Христа мы сейчас обращаемся к Тебе в молитве. Новый день начинается, Господь, и прежде всего мы благодарим Тебя за дыхание жизни, за здоровье, за то, что мы могли встать. Спасибо Тебе. Мы отдаем, Господь, сегодняшний день в Твои святые руки. Мы, мой Господь, благословляем сегодняшний день. Мы просим, иди, Господь, впереди каждого из нас и направь, мой Бог, нас. Мы надеемся, мой Бог, только на Тебя. Сейчас обращаемся, мой Бог, к Тебе, потому что верим, что с Тобою мы побеждаем все. Написано, мой Господь, в Твоем слове, блажен народ, у которого Господь и есть Бог. Ты наш Бог, Ты наш Спаситель. Помоги, мой Бог, нам. Все наши планы на сегодняшний день, все вопросы, которые нам нужно решить сегодня, мы все отдаем в Твои святые руки. И повери, Господь, мы провозглашаем, что сегодняшний день будет благословенным днем для каждого из нас. Поставь, мой Бог, Твоих ангелов вокруг нас, защити нас, нашу семью, наших друзей. Во имя Господа Иисуса мы отдаем всю нашу жизнь Тебе. Мы сейчас соединяем, мой Бог, нашу веру и молимся за нашу страну. Мы просим, благослови Кыргызстан, нашу землю, всех жителей нашей страны. Мы молимся, мой Бог, за правительство, за президента, за людей, которые имеют власть в нашей стране. Дай мудрость, чтобы они могли управлять нашей страной успешно. Мы молимся за другие страны бывшего Советского Союза. Сейчас, мой Бог, люди молятся с нами из разных точек мира. Защити, мой Бог, Твой народ. Благослови Твой народ. Мы молимся за мир в Израиле, за мир между Россией и Украиной. Защити, мой Бог, там людей, которые находятся в опасных местах. И где, мой Бог, Твой народ находится, и да будет там Твоя защита и Твое благословение. Мы отдаем, Господь, Тебе нашу жизнь, нашу семью и все, что нам нужно сделать сегодня. И верим, что Ты уже идешь впереди каждого из нас. Дорогие друзья, помолитесь со мною сейчас. Отче наш, суще на небесах, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.
Слава Богу! Дорогие друзья, вы можете быть уверены, что Бог уже идет впереди каждого из нас. И Он нас благословит, уже благословляет. Аминь? Вы верите в это? Я хочу сейчас передать вам направление на сегодняшний день о том, что написано в Слове Божьем. Я хочу прочитать с вами книгу Малахия, 3 главу, 18 стих, где написано так в Библии. «И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему». Дорогие друзья, мы никогда не можем забывать, что мы служим Богу. Он наш Бог, Он наш Господь. И Он обещает, что в нашей жизни будет разница, что люди увидят разницу в нашей жизни, что Он будет использовать на этой земле нас для того, чтобы и другие люди увидели Его благословение в нашей жизни и через нас другие обратились к Нему. Тогда я знаю, что когда мы проходим через проблемы, через трудности, конечно, нам тяжело, но мы не можем забыть, что мы служим Богу, и значит, что Он всегда с нами. Он сейчас с вами, женщина, мужчина, Он с вами. Если сегодня вам нужно решить какой-то вопрос, у вас какая-то серьезная проблема, ситуация, которую вам нужно решить, вы увидите эту разницу, это различие в вашей жизни. Вы знаете, что Бог делает? Там, где вы работаете, Бог поднимет вас, Он благословит вас, и вы увидите эту разницу в вашей жизни. Аминь. Не расстраивайтесь, не переживайте, верите, будет все хорошо, потому что Бог с вами. Это Слово Божье для вас на сегодняшний день. Каждый день мы начинаем хорошо с молитвы Богу в 6 утра по бишкекскому времени. И если вы сейчас смотрите первый раз, то каждый день вы можете молиться с нами. И я верю, что вы увидите Божье благословение во всех ваших делах. Аминь? Напишите в комментариях, откуда вы участвуете в этой молитве с нами. И в ваши комментарии добавьте вот эту фразу. Я сегодня увижу разницу, которую Бог обещал в моей жизни. Я Ему служу. Аминь? Пишите это, и да будет Божье благословение в вашей жизни. Дорогие друзья, мы ждем вас сегодня в Центре помощи Кыргызстана в 10 утра, в 15:00, в 18:30 на служение за освобождение. Мы будем молиться за вас, за вашу семью. И у нас сегодня особая молитва тоже за финансы, чтобы разрушить всякие преграды, обстоятельства, все, что тормозит ваши финансы. Мы ждем вас. Кто смотрит из других городов, вы можете тогда участвовать в онлайн-служении в 18:30. Договорились? Дорогие друзья, пусть Бог вас благословит обильно. И если это слово помогло вам, ставьте лайки, отправьте вашим друзьям. И пусть Бог благословит вас и всю вашу семью. Аминь? Хорошего вам дня. Идем вперед. Я пришел к тебе с великой болью. Сердце переполнено лишь скорбью. Все сердце изливаю пред тобою, наполняй меня твоей любовью, свою жизнь.